Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Собственно, суть, мне кажется, в том, что либо у вас достаточно серьезная конкуренция с сестрой, за, может быть, внимание мамы и так далее, да, то есть вы вот нам кажется, что мама любит вашу сестру больше, чем вас. Это дойдет это из детства, и, соответственно, отсюда обиды, то есть вот такое ощущение, что вы хуже. Либо требования к родственникам, что они должны, то есть если ты родственник, говорите вы условно, то ты должен мне помочь, если ты помогаешь, если ты мой родственник, ты помогаешь другому родственнику, то и мне, соответственно, тоже должен помочь. Это же такое вот требование. Ну, я не знаю, на чем это требование основано, безусловно, но думаю, что требование это справедливо только для вас, и другие люди совершенно не обязаны этому требованию соблюдать. То есть вы не можете принять свою маму, не желающую давать вам деньги, не желающую вам помогать. Вот я бы, наверное, как-то вот так сказал бы здесь. Вы не желаете принимать реальность, в которой ваша мама не хочет помогать вам. То есть она, например, хочет помочь вашей, допустим, сестре, да, но не хочет помочь вам. Вот, и, соответственно, вы от нее помощи требуете, и как бы когда она ставят вот определенные там палки в колеса вам, то вы обижаетесь. Эта обида это именно что вот неоправданность таких ожиданий. Как же так, ты моя мама, ты мне должна. Ну, на самом деле не должна. Может, но не должна. Вот. Дальше. Еще один важный момент, на мой взгляд, может быть в том, что вы можете ощущать, что вас обесценивают, можете ощущать себя ненужной из-за подобного отношения. То есть это вот вытаскиваешь какие-то ваши определенные страхи, какие-то определенные, переживания, какие-то определенные сомнения, может быть, в себе, вот, и, соответственно, это тоже может вызывать определенный негатив. Вот. То есть мне кажется, что вот когда вы берете у мамы в долг, да, это своего рода, как вот, знаете, какое-то доказательство, что ли, того, что вашей маме на вас, например, не плевать. То есть у меня вот возникло такое ощущение, что вы хотите, чтобы мама вот тем, что вам помогла, доказала, что
ей не все равно, что с вами происходит. И уж вы хотите подтверждение того, что ваши проблемы действительно важны. Потому что, может быть, вам кажется, что мама и сестра там, представляют все так, что вы это все придумали, что вы это все специально делаете там, чтобы переманить там часть ресурсов, часть там, денег на свою сторону. Вот. То есть вот какая-то такая борьба чувствуется, понимаете? Вот. А может быть это страх, что вы не справитесь с жизненными задачами и потребность в том, чтобы почувствовать поддержку, но нужно здесь отдельно отметить, что работа с обидами, она подразумевает непосредственную беседу с вами, а так реально проблему не решить. Но я бы рекомендовал работать первое с ожиданиями, да, второе с тем, как вас задевает то, что вот, вам не хотят давать деньги сразу. Потому что это власть, это властная игра здесь, и, соответственно, получается так, что вашей маме нужно показать, что она все решает. Вопрос только в том, откуда у нее такое желание, откуда у нее такие мысли. То есть, ну вот, почему ей хочется показать власть именно вам? Вот. Вполне вероятно, что какая-то угроза может быть с вашей стороны ей ощущается. Ну, да я так думаю, да, то есть я не знаю наверняка, конечно. Вот то, что я могу вам сказать, то, что могу ответить. А отдельным пунктом, мне кажется, стоит осветить такой момент, что вы слишком, мне кажется, большое значение отдаете рационалистической позиции. Вот. То есть интеллект. Вот. А чувства у вас, мне кажется, хромают. То есть вот именно гнев — это чувство достаточно сильное. Вот. А что за ним? Что за гневом? Это вот то, на что нужно обратить внимание, при том, что чувствуется такой посыл. Я
стараюсь жить правильно, а вы этого не цените. Я стараюсь жить там по совести, не транжирить деньги, а вы этого не цените. Такой вот еще есть, на мой взгляд, посыл. Вот. Если он есть, то вы, очевидно, наступаете на горло своим потребностям, и это тоже может быть проблемой. Ну, телом проблемой. Так что в этом направлении также можно работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.